Кто-то еще лут свой не забрал. А, мой лут. Саня, так я в танке или нет? Ты вроде сказал, что да. Да, ты в танке. Смотри, если смок сорвался, он аккуратно он всех положит. Заберите его и под лицо к нему не заходите. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Поставлю группу сейчас. Если боешки падают, не знаю, отказываюсь. Все пойдет на фас. Дальше бежим. Все подбегайте ближе сразу. Старайтесь всех боссов, ой, мобов, точнее, не пулять. Чуть-чуть. Чтобы не падали. По жуку сразу сбегитесь ближе, чтобы коконы кливом снимали. А шнурки Шем собрал? Нет. Собирай, это пока вот. Может, 5 осколков осталось. Если повезет, то сегодня соберем мушаем. Бля, походу мой. Этот... Дайте, пожалуйста, не краски. Не могу... До сих пор нет красков на другие бы. Дима, почему ты в дисе? Дадут, не перебивай. Можете по пути тоже ребафать. Майлик, просто... наверное, каску. Просто, наверное, Майлик бафал каски, он делал ревок, сейчас бафнет. Четыре плагин стоит, никто не бафает, на тебе бред же. Это прям принципиально на трэш. Ну, как бы легче прохилить будет, нет? Для здесь статус. Сейчас, нормально. Так, короче, пока сразу объясню. Даня, в принципе, понял, что делать. Он знает, вместе с Дексионой я буду слева, ты справа, Даня. Если нас кидает шип, нас максимально быстро разбиваете. Так милики разбивают в мини-зонишке. Все стоите кучкой одна. А пока, когда начинается вихрь костей, максимально быстро убегаешь к выходу, в противоположную точку. Ты должен быть самой дальней целью. Мы, Даня, в этот момент с тобой ближе к боссу подходим. И все стоят между боссом и не просто бьют босса, чтобы уже разбивались, как в хэмке объем. На суманте посос. Сейчас при сумане. Сбегите тебя. На фазе вихря я не знаю, что делать. Я тебе же говорю, объясняю еще раз лучше. Без фазы не вихря. Ты стоишь на стороне. Не фаза вихря. Хорошо, начинается фаза вихря близко, я заанонсу тебе это. Ты подбегаешь ближе к рейду, чтобы ты не был самой дальней точкой от рейда. А в этот момент Апокал убегает к выходу. И он дернется на Апокала тогда. И он будет бегать между танками. Ну как в хэмке будем бить, и все. Только ты будешь функцию выполнять, которую выполнял я. Ты имеешь в виду выходы сюда, блядь? Вот я сейчас метку клепану. Или, вот, блядь, клейди. Вот, вот, сюда к выходу побежи. Он кастует вихрь, ты должен быть максимально дальней целью от босса. Понимаешь? Чтоб в момент, когда он закончил кастовать вихрь, ты остался самой дальней целью. И он тогда дернется в тебя. А рейд весь останется между боссом. Да, понял. Вон, поставлю крест. Вот рейд примерно в кресту будет стоять, и типа босс будет бегать между метками. А вы будете его бить. Все кучка игра. Стойте одной, шнурки засумоньте, рыбку ставлю. А у кого фласки? У меня СПДФ. А, пышная. А, эти, какая пышная. Кто вот это? А, точно, у Майлика. Если да, если есть у кого КВ на ребро, киньте. Мейн танк сейчас Апокал будет.
Дрон убирает. Кидай, Женя, обмен. Спасибо. Все, кушайте рыбу все. Даня, мы с тобой начинаем бой. Я слева, ты справа. Ты можешь, кстати, портал поставить не в квадрат, Дань, а в крест. Примерно. Все. Только ты сразу в портал не убегай. То есть, чтобы ты уже не разлил в крест. Ты должен будешь подбежать ближе, чем квадрат. К ребру. А потом забежать в крест. Ты хоть что-то понял, что я сказал или нет? Где Руспула? Настоящий его титан. Как же мы заебали. Посмотрим, Числав, нас честно. Биран, чего не хватает? Хант, стой в мили-зоне. Миликами. Хорошо, и стой иди с дексионами справа. Потом, когда я скажу, перебежишь в крест. Только если в тебя уже не закинется. Просто. Так хэмовская тактика. Бля, ну он с нами не бил, не знает, возможно, как бить. Да, что тут, ну. Блять, хуёво, конечно, мне в квадрат потом разбежать. Все, бегите. Все, побежали уже. Долго стоите. Сейчас вас уже может пойти. Геру дайте. Бетик, ты единственный, кто Геру может дать. Уворачивайтесь, это уже. Буаза разбейте. Справа, РДДшники. Блять, у вас лужа пойдет. Ракота, перебеги ко мне. Бля, хантовка не играем. Ракота, подойди. На тебя лужа идет. Тактику нихуя не знаю. Ладно, бейте, как в обычке. Ракота, когда скажу, выбежит влево так же, как меня. Буаз вместе с Дексионом. Даня, можешь, в принципе, вместе с этим. Давай, Ракота, выбегай влево. К магу. На себя поставил метку звездочку. Юрик, беги в мидзон. Не горите. Не, я не знаю. Нет, 2000 пинг это пиздец. Вот смотри, Ракота, видишь, вся такая хуйня синяя летит. Это значит, что он выбирает тебя своей целью. Там, где ты стоишь, вот туда полетит лужа. Включи голову, не стой, чтобы людей цепляло лужа. Ну, там не им знать. Вон, видишь, синяя хуйня в меня полетела. Сейчас, где я буду стоять, пойдет туда лужа. Готовьтесь близок под босса, чуть подбежаем. Подбеги близок под босса. Понятно, ладно. Понятно, что никого не понятно. Ракота, то же самое, самой дальней целью. Стань, Майлик, подбеги в рейд. Вот сейчас какую-то цель выбрала дальнюю. Топ-хайп. Если у вас летит эта же синяя шляпа, то значит вас выбрали целью, у вас пойдет лужа. Инер. Юра, закинь помашку. Как
Спасибо за ТТ. Дексиону разбейте. И кучно. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Big Evil is getting here. Что если все правильно сделать, можно сделать так, чтобы весь рейд тупо всегда на месте стоял и дамажил босса. И лужи в них не попадать не будут. Сделать все правильно. Ну, только так в фрейме можно было этого босса убить. Вот. Отбежали сейчас к самой дальней цели. Смотрите, следите, в кого полетело. Так, полетело в танков, сейчас в танков пойдет, турсовать. Сейчас будет либо в меня, либо в ханта лететь. В самую дальнюю цель. Меня. Bone Spike Cast. Скоро купала пока? Нет. Женя, можешь поправить? Блять. У тебя есть Иридар, а, Зандавару. Сделали. Да ну, он хочет танка выкинуть, чтобы, типа, у него был этот, ну, где-то уже налось. Да пошли нахер, вот. Вы понимаете, что на мир пало... Все, не нравится так, не ходит, можешь свободен быть. Уебали, блядь. РДшники, играйте. Амелики, идите бейте по остальным. Сука, ты, блядь, не по ним прикалываешься или что, блядь? Это ты, видимо, на приколе. У нас один он, и он танк. Я не буду к себе танка в пати кидать, чтобы вы, блядь, искали танка где бы попал угодно. Три танка в три четвертой пати, и вы с ними. Не выебывайся, блядь, заебал уж, честное слово. Что не нравится, блядь, выход есть, можешь ливать, заебал. Честное слово. Да мне похуй, что тебе надо, мне насрать, понял, блядь? Ну все, иди нахер. А у кого умели фласки? Майлик. Для нашего господина нет ничего. Забери числавность. Его сила не знает границ. Ну, тут тоже релька. Вместе под лицо, плюс можно кинуть дизайрному мобу эту, рот, два роги есть. Два рот куча. Но он точно никого не сложит прыгнуть. Молодцы, торфолы. Отставайте, побежали. Прожмите славность, прокиньте его. Ну я, наверное, скоро всем напорим туда по поводу Агра, он медведи, типа, может пару видосиков фильмов, правда, что у ДК объективно урона меньше по боссу, поэтому Агран вырабатывает в 3 раза больше, это ненормально. Там из ЛПшки. А, я понимаю, что из ЛПшки, но понимаешь, когда у медведя 2 ляма Агра, а у того же ДКшки уже 4 ляма, ну это пиздец. Забери звездочку, эту тщеславность, струсовать у всех остальных держи. Можешь этого тоже держать на себе, забери главную звездочку. Струсовать, иди пуляй двух остальных тоже. Пойду водички налью.
На пулы Буаса дай, иначе слава сплиз. И Ракота тоже. Смотри, бежит моб. И забери еще одного моба. Ну справились, справились, дизар мы там. Похер. Можно и без танка справить. Короче, трусователь слева танчит. Тщеславный справа. Первая, вторая пати бьет справа. Буас на пуле больше слева. Все остальные справа. Пусть они дальнего моба тогда на пуле будет. У тебя будет напуливать Ракота и Биран. Два человека. Бенни Бенаси на боссе останется. Все третья и четвертая пати бьет слева. Плюс Буас. На Дарнелана поставь кого-то. Ракота линкани, очистку, какие тебе боссы нужны вообще? То есть вот эту ачивку сделать и будет проходка, да? Хорошо. Смотрите, босса не забудьте. От духов уворачивайтесь, Void Майлик слева хилит, вон его бета-тестер, шнурки справа хилят. Держите рейндж. На контроле милики немножко отбегайте от мобов и от босса, чтобы вас не убили. Сразу же. Саня, это скинь просто мне лутера, чтоб если упадет осколок, блядь, чтоб не перекидывал, я тебе лишь мобу заскидать буду и все. Так, держи. Сейчас. Давайте фул ребаф. Саня, батик, заходи. Рыбу в центр поставил. Он собакой пошел гулять, мне написал. А, я понял, я тоже поставил рыбу, Дань. Ну, если будешь ставить, говори. Кто пошел, батик? Ну да. С собакой написал, пошел гулять? Ну да, пошел, в чате написал. Саша, на Дарноване, правда? Что? Я на Дарноване сижу, кусял. А Дарнован квест? А, да, возьмите квест. Не заметил сам. Гламур здесь? Гламур. Он собак Женя. Нашел гулять. Гламур, они в бета-тесте. Дима, Чмыга тут? Нет, нахуй такая замена тут у меня. Да нету, мы полно справимся в 20 человек. Идёт плюс, Саня. Есть. Саня, я тут, но у меня, блядь, опять вылетело железо, опять переустанавливаю. Минут через 10 буду. Иди тогда, занимайся. Все, давайте тогда начинать, по два без Веры будем, хер на нет. Юра, надо тебе помощника, поставишь метку. Дарнована уведешь. Дарнована, смотрите, не убейте, чтобы класс. А первая группа куда? Без влево. Я уже повторял, надо было слушать.
Вот из ДК станьте в череп и грипните мне его сюда, пожалуйста. Красаватель. Заебали, честное слово, блять, по 10 раз одно и то же. Блин, да? Оба вышли, играйте по мужикам в юбке. А пока у подлицов к мобам не лезь. Я вообще... Лебедь этот дарман. Вы разбежались в луже, милики, Бенни. В центре моб, законтролить. Также Апакау виговатный. Контроль через 2 секунды, смотрите, без АУЕшек. Машу законтрольте. Дарнаван вышел. Я вижу. Всё. Выбежали с лужи. Надо удачно. И кучно не стойте. Там сразу будут мобы плюс контроль, поэтому без АУЕшек. Милики тоже сразу мобов не бегите. Вот только контроль дастся. Подбегите близко, но не забегайте в мобы. Через 3 секунды мобы. По мужику моб в юбке. Центра. Выбежали с лужи. Моба заберите с центра, который. От Икса доконтрольте. Кастует по ону. Бьет ону больно. Так. Юрик, дай БР под Эксу. Даю. Послал, лови его. Рибахните Дексу. Можете выбегать немножко? Выбежали с лужи. Ой-ой-ой. Контроль через 6 секунд. Приготовили стопать АУЕшки. Милик, немножко от босса отбегите все. Отбегите уже чуть-чуть. Кайзибира законтрольте. В миллизону бежит, все нормально. Мобы через 7 секунд. Пошли мобы добивайтесь. Не забудьте грипнуть моба с лестницы. Какой-нибудь ДКшник, идите грипните сразу. Не мобы с лестницы забрали. Я его приморозил на всякий случай. Не убил никого. Сразу ему дизарм тоже может сделать, чтобы он никого не ёбнул. Ну, куча рогов. Варов. Которые справа бьют. Боссы, переводите контроль через секунду. Смотрите, милики, отбегите немножко от босса. И не стопнули АУЕшки. Без АУЕ. Опять Хазибира. Контроль. Переводим босса. Числав нас первый забирай. Выводи в центр. Духов учимся не ловить. Косты сбиваем. Геры нет, поэтому бьем так без геры. Выбежали с лужи. Долго выбегаете из лужи. Много лишнего урона получили. Spirits. Духи появились. Появился один в милизоне. Смотрите, в миликов идет милики. И один в РДД. Определенно бежит. Да, вижу. Этот. Контроль через 5 секунд. Милики чуть-чуть от босса отбегите. Без АОЕ так бьем. Лужа, трусователь, массейф нажми. Отдаль делит, законтрольте, не убейте. Можно дизарм, можно поконтролить. Не, без АУЕ. Дух идет, 2 в милизону идет. Не убейте ее, пожалуйста. Христа ради. 2 в милизону снова духа. Один заварчиком, второй. Не заварчиком. Да, заварчиком. Дайте салю в Диксиону. И в эмобой обязательно. Братский. Один в мили, один в мили, в мили, в мили, и второй за хантом идет. О, сбежи. Контроль через 9 секунд. Один в миликах бежит дух, второй в приста. Шнурки. Стопнули я урон, милики выбежали немножко. Один в милизоне дух. Идет к дереву. И Войда законтрольте. Не убейте Войда, пожалуйста, милики, без АУЕ. Далеко. Не убейте, блять, ну с чем вы бьете, блять, АУЕшками, РДДшками. Тоже сайт. Давай. В мили идет трусовать тебя, что указ сбейте. Бафните Войда. Один идет в РДД за Майликом. На Ханта. На Ханта он бежал. Spirits. И за Майликом один. Один, два в мили бегут. Нажми Апакау Мас... А, Апакау нет. Ахису контроль без АУЕ. Каст.
в РДДшниках появился. С фанта, не в мага, топ-хайп, Калич. Словил. Spirits. В мили-зону? Нет, не в мили, в... Можете двигаться, когда в вас бежит... Господина! Ваша смерть неизбежна. Осколок упал, нет? Не-не-не, а на шо, блядь, вар, сука, сам избранный, который трэш не должен бегать бить, блядь. Какой вар это был? АТХ, ебать, чисто ноль урона в трэш, ноль, блядь. Не обессудьте. АТХ или АТК? АТК, блядь, вар. АТК это паладин. Да ну, блядь, АТК, вар. АТК это вар, АТХ это паладин. Ну, чисто, блядь, этот юмор такой, блядь. Подожди, вар или паладин? Вар, вар, вар. Значит, это не АТК. Сейчас это не минус. Знаешь, я за апокала, потому что если вот так все делать будут, и апокал, типа, в том числе, мы тогда просто в трэше захлебнемся нахуй. Ну, хуй знает, как в обычке вряд ли, но в Гере точно все должны бить. Команда была всем бить, всем. Получил минус. Это залупа, ну, нахуй. Единственный рога не ну, я порог не знаю. Ну, блядь, иди нахуй. Да не смотри даже, что он пишет. Он хуйню какую-то несет. Дракон летит. И ты явно R1 DPS будешь, так что не переживай. Знаешь, я как бы не месяц играю, а такая хуй знает сколько ты играешь, но я видел, когда рейды с топовым ДПСом в два раза больше, чем нужным для убийства, вайпались нахуй, из-за того, что такие уёбки, как ты, не били трэш, на профи слизня, допустим, не свичились, слизить выбирал, вместо одного каста выбирал, два каста делал, убивал рейд. Зачем ты обзываешь уже, типа? Ну, так не что... бил, сказал, не бил. Так что надо всем по тактике играть, а не так, что я там больше даю на косарь и все, и типа я не буду бить. Чтоб посмотреть, что ты пишешь. Пошли бить этих мобов, они багаются часто, Чеславны. Давай их убьем. Вернитесь. Вамур здесь. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были не равны. Капитан Мурадин ждет. Я в пушке, самой правой. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота усмирителя, занять позицию. Славность будет на том корабле, этот. Барменталь, ой, не барменталь, то в Сувате останешься на нашем корабле. На нашем корабле также останется Альделит. Давай, Юмакс, будете трэш убивать на нашем корабле. Ты летал сюда, Слава, трэш убить. Слава, Слава, Майлик. Да можешь не летать, хватит урона. Просто главное, убивайте трэш на нашем корабле. Войт и Майлик перелетайте вместе с Славностью. Пушку можно. Милики по возможности пушки садите. Так, готовность. Знаете, рыбу, кто умирал, поешьте.
готовность на пол. Сейчас. Не забудьте ранцы понадевать. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лахтарагар! Оркрон, взлетаем! Вы видите? Много маны очень. Что это там вдалеке? Понятно, да? Нахуй он продолжает писать, я не понимаю. Выгоните его нахуй, он меня заебал уже. Кто на корабль прыгает? Скажите. Мне кажется, в экзальтедах таких игроков требуют. Ну, я уже тоже думал, блядь, ну, заебал это, понимаю. Без... Надо такие прям... Топ, без таких дурачков. Пройдется у нас. Нет, весь контент. Да, там пиздец. Там объяву давали, я видел. Нужен вар, который на леди будет сидеть. Четыре секунды приготовились пилотать. Сантиметра два, нахуй, член. Ну, тщеславность, чё не перелетаешь? Ай, сверху. А, понял, понятно, не сорян. Достаёшься до него? До него? Да. Угу. Ты вначале не заметил его, что он наверх залетел. Там возле лодки иногда багается. Хилить нельзя. Я и понять не могу, почему так лагает. Прям очень сильно. Да, два дня уже. В гайр вообще не пойму. Я типа с 10 FPS играю. Сколько? 10. Везде вот я на торте с тремя. Чего 200? 10. После мага перелетать я не выдержу. Да не надо, стой, стой, стой. Зубы есть, свои прыжки есть. Есть массакра. Есть смаж СВ. Подбежит, да, смак. Стой до конца. И тебе тем более хэпау сидит. Женя, надо включать тоже на тщеславность. Вдвоем. Я мой сильно. Маца его ходтой тоже. Прожимки есть тщеславность? Просто по нему много проходит урона. Типа, там 45 медведь. Стаков. Да, да, да. Там стаков много. Давайте один просидим и улетим. Трусователь, подбеги к нему ближе, нажми Маш-ЭВ. Подбеги ближе только к следующему кораблю, чтобы достал. Я ему тут всякого, да? Ну типа у меня медведь еще голову, он еще для этого не предназначен. Его шмот актуала, а не увергиру. Эмабо, это там дрючу или нет? Признавайся. Закинь ему. Теперь я Маша. Сейчас перелетайте, могу. Просто перелетайте, я улечу. Давай улетим. Улетите все. Ватный стиль, улети и Ахиса улети. Стаки не успеет снять. Быстрее улети. Все, улетай. Я после Саруфанга, наверное, сможно прилогаюсь. Да, да, да. То, сразу не перестаньте стаки скинуть. Дайте стаки скинуть. Не спеши, не спеши, еще не скину. Все, перелетайте. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Так, Юрик, как сможешь, зальешь иннер по моей липу. Обновите каску. Тщеславность поднимите нахуй. Обновите каску. Блять, я упал. Сядьте в пушку. Я хотел дать иннер и упал. Я Макс, сядь в пушку, ты там рядом стоит. Какую? Я не шарю, ребят. Я не сидел. 1-1 на 90% даешь второй, все. Правая предпосредняя. Самая правая. Все, уже сели. Что
не садится, не знаю. И вон одна свободная. Она багнулась. Не могу сесть. Она багнулась. В смысле, она стреляет? Ну вот, она даже в лед не зашла. Да, видишь, вот это первое. Пуска справа. Это эмобочек, у меня еще перегрев был один. Надо в пушку от Икса посадить, чтобы сейчас тебя передепесил. Тебя не достает, как ты зашел. Все, на. Не открывай сразу. Блять, не открывай. У меня еще бой на корабле идет. Так у всех идет бой еще. Вот у всех, я говорю, что не открывай сразу, пока мертвые есть люди. А что это за духи? Это ЧПшник какая-то херня? Это ЧПшник переделали. Хотя из-за этого, может, и лагать начало. Я же испугался, я от них уворачиваюсь, стою бегать. Эмобой, линкуй. Сись, а что там мы сегодня с тобой нахуй вертили? Жесткий. У него уже взломан закрыли. 4 сундука. Блять, дракон опять багаться начал. Ждем, пока поднимется. Он сейчас летит сверху вниз. Пока не открывай сундук. Внизу вверх. Ну, если на голову встать, то можешь сверху вниз. Дай флажку, пожалуйста. Бля, без... Гламур тут? Все. Бетти, гламур. Давай, блядь, скибиди затащим. Нахуй Талгарот тут. Да зачем КДС еще одному человеку пока? Ну, в любом случае... Он же там палом ходит, вроде. Как же ж он долго летит, он снизу. Не все долго снизу. У него крылья дырявые, вы что, не понимаете, блядь? Вон он. Покал сейчас я ее, блядь. Он еще кругами летит. Пошел нахуй, заберите его с меня, на меня летит! Давай, гриппай его. Снизу гриппа. Давай, гриппай, сразу стандай. Ага, пошел нахуй, 18 мне взъебал, дал. Зачем вы ему стандали? Отходите. Отходите, чтобы он вылез. Ну проведите, кастовать нельзя. Я не могу его бить. Пробеги, алло, на ком числа. Во. Проводи его. Во, теперь можно кастовать, понимаю. Нет, нельзя, блядь. Не поводи его еще, блядь, он нельзя в него кастовать. Да так убейте. Ну кастеры он кастовать не могут. Я не могу кастовать. Да, он умирает, ничего. Да я позбивать косты хотел сковывание. А, просто тут какая-то, блядь, текстура. Вот так нормально. Бля, конечно, для целкашки еще, короче, медведь слабый. Все, я открываю, Санек. Да, открывай. Нормально. Нет, твой Мишка на фул. Братанчит. Да не, братанчит, но больно очень. По тебе попадает постоянно. Паски обновите. Олю, блин. Дайте рибах по друиду, пожалуйста. Ладно, бьем без шамана пока. А чё, возьмите шаман? Нету ни одного? Ну, по Геру, да. Непонятные. Он, да, скибиди, он же все равно палом идет во второй, по-моему. Ну да, он же танчит. Да он же в тюрьму пошел, нормально. А, после Золомана тюрьма. Кстати, после целкашки я тюрьму соберу. А вон какой-то аномашин есть, Нивершам. Хотя бы слабенький. Он знает, кто это.
Вова Н. Он с нами не рейдит вообще. А чё? Просто есть. Ну, кто я знаю, просто есть человек, еди, пусть. А чё, запускается? Нет, сурка? Ну, мне башню сняли, дайте каску хотя бы. Какую-то инту. Вот, спасибо. Короче, посмотрю, что там на ЖП изменили. Выпускаем. Вот на заднем фоне разговаривают люди. Нет. У меня на... Это колонки просто у кого-то. Микрофон. Как обычно, активация стоит голоса. Дайте с пула на пул только. Давай ты будешь на трэше. Геры нет вообще. На трусовать или на боссе ты на трэше. Славность. Трусовать или на пулу давайте. То он трэш не держит. Вот здесь вообще в одного танка можно. И строй не нужен. Можно и в одного. Можно на под... Ну ты красава, кидаешь обмен за фласки, прям сильно круто. Всем ФПС. Топ. Меня слышно? Да. Блять, видеокарта опять вылетела. Заебало. Что-то трэш долго бился вообще. Вообще никто в трэш не играет. Не играет. Так, Чевар, Юмакс, Альделит, АТК. Играем по трэшу. Плюс Биран на пол. А мне два моба надо объяснить. Нормально, так что точно пофапнули. И там от фурика фапнули, прям очень сильно. Я видел. О, блядь, неужели? Сурка забери. Залей на помаши. Даю. Мобы.
Желательно не мимо сей. У нас даже до нерв по 4 метки не было, блин. Ты хочешь без геры бьем? Без геры без геры. Без апокала, блядь. Апока. Апока вылетел, плюс вон пофиксили многих. Слушай, ну, то, что они сделали с шипешниками, я как бы даже ротацию не знаю. Там получается это... Взрывом разума не надо бить, потому что он меньше нанесет, чем пытки. Чем не надо? Основная билка, я говорю, бить не надо. Взрыв разума. Ну, взрыв. Это не основная. Взрыв не основная, да, но она как типа это, ману регенила. Вот, если бы фростмагов, ретриков не было. Там кто еще? Ханты, БМы могут и дестрики регенить ману. Ну, как ретрики, типа. Ну, это минус реген маны для рейда. Ну, ДПС. Я думал, мана еще сядет. Если типа ротацию делать, там, может и побольше будет. А демон у нас был или даже без демона? У нас ни демона, ни лема нет. Сова зато есть. Ну, как бы сова дает. Но я полезный. Дополнительного СПД не было. Набросите, пожалуйста. О, кстати. С ТГ теперь, Саня, 271 шмотки падает. Без кристаллов. А с кристаллами? Ну да, вот дали анонс. Карапада теперь 3 предмета, 271 шмотки. А, просто убрали эти печеньки, да? Печеньки. Да, да, да. Их убрали с двадцатки или вообще, в общем? С 25-ки, с десятки, 258. Это логично. Вообще, они классно сделали. Не, они молодцы, в этом плане. Классно сделали. Короче, еще один, и одно оружие падает с любого босса тоже. Я понимаю, на 4 шмотки падает, нормально. Это 25-ку улучшили или что? Да, это по 25-ке. Ну, а по десятке 258. Потому что в десятке падают 258, и можно будет апнуть печеньки. Вот и все. О, да. Марусич, иди сюда, братик. Не, Декс. На X2 убрали тоже печеньки эти. Значит, скорее всего, и тут их не будет. Их убрали из десяток? 25-ок. Но смотри, ну выйдет 10-ток. Следующий контент, 284-й. Ну, типа, если у тебя с десятки будет печенька, ты сможешь ее опнуть. Я дубью на одну минуту. На X2 нет, это тоже кристаллов. Ну да, с 25-ок поубирали только кристаллы. На десятке они еще валяются. Ну, это адекватно. Не пуль большого, более эту большую собаку. Потому что минус один килл. Умонитель, минус 20, можно долететь. Пока лети сам, может, если успеем добить трэш, то не сможем. Ярик, ни одного сколько еще не упало, да? Это получается, они увеличили количество лута, да? Три шмотки, одно да, оружие. Да, они увеличили. Они увеличили, плюс сразу все 271 шмотки падают. Ну там только на рогу нормальный, на хила топор, сейчас оно там говно в любом случае. А, так кристалла не будет получается, да, или будет? С 25-ок не будет, с 25-ки будут сразу апнутые вещи. С 10-ок точно так же все остается. Понятно. И ты можешь с 10-ки сохранить на следующий контент с эту печеньку, если хочешь. Вот и все. Да. Или апнуть шмотку из этого контента.
если она в десятки упадет. Соответственно, с десятки одна 271 шмотка получается с босса, с 25-ки 4. Гуляю, нет. Сейчас подожди, стой, поставим шкаф на 3 кила. Упадем еще. Марухича, помогите. А шнурки где? Ком прилагает мне. Все, пошли бить. Гуляй право. Только увидите их там. Разбегитесь тоже. Ага, я еще единственный шаман, да? Да, Вадим, да. У шаманов было до херища, попропадали куда-то. Слово вроде как вымирают. Так много вон мага тоже пофиксили, пиздец, прям сильно. Очень сильно. Не знаю, слово надо как-то или луногонь опустить, или звездногонь. Или увеличивать скалирование СПД Т4. То сейчас это бред полный. Да ладно, чё жаловаться, ладно. Чё играть на вас. Ну ты глянь, типа, предбит сова, сколько фурка дала? 15 000, ну чё это за херня? Ну так... Когда ну, другие аналогичные классы... Да я до этого... Типа я до этого апа давал 17 500, я один раз дал, это точно знаю. После этого, как они типа сделали, чтобы этот солнцепад был типа чисто в одну цель, типа, ну или на цель, на котором лунный огонь, тогда да, я вообще хуй начал давать, если честно. Резали просто некоторые классы, как они делают? Они один класс какой-то, один-два класса делают прям мега жесткий, может три тогда. Остальные просто нерфы. Ну, как есть, фан. Всегда будет жесткий. Сейчас локи жесткие, вон локов сделали жесткие, куриков ебашка капнули, ну, в мультиках всегда ебашками. Кукетников пиздец апнули, давайте нажмем отсей. И хайди бьет гимн на хп. Их пофиксит, что опять же когда 100%. Не факт, Не знаю. Ну типа ШПшник это... В принципе, как и сова, это суппорт класс, типа, он не должен, типа, там, топ-1 ДПС быть. Нажми на сейф, вводит, нажми гим. Ну, типа, не топ-1 ДПС, но, блядь, хотя бы в топ-5 как-то залетает, ну, блин, 15 тысяч, ну, это, в предбиз гири, это пиздец. Ну, да. Не, ну, у меня, если там в СПД вбился, у меня там дохера крита сейчас, мне надо СПД перебиваться. Так, пока Женя заходит, поясните покупателя на крот. За сколько найдете, за столько найдете. Любые деньги будут хорошо. 10% от суммы кто найдет. Максимум. Женя, ты скоро заходишь? Захожу вообще. У меня чисто пишет, куплю тухлого, блядь. Тухлое, яйцо тухлое. Отказываемся. Отказываемся. На пасочки пойдет. Короче, типа он хочет одну кровь только забрать. Да нахер такой покупать. Ну типа пусть платит за две, набирает сколько хочет. Блять, ну вот нормально. Сколько он предложит, смотри еще. Да, если предложит 20 000, то похер продадим. А лучше 40. Не знаю, я ему пишу 20 000 и все. Пошел в жопу.
Он говорит, что? Говорит, пятнашку даю. Нет, не даю. Не хочет. Кидай пояс сюда. Опа. Так, ладно. Давай еще одну минуту буквально, если не находится покупатель. То возьмем этого челика, ладно. Здесь. Кто босса готов поступить? Просто персонажа лохнуть. Кому не нужно. Чай, надо что-то. Лохни персонажа. А на этом КД у нас какой квест? Уже сделали. Этот, добирай его пока, короче. 15 тысяч. Говорит, скажи деньги вперед. Напиши. На всякий случай выбегите с босса, мало ли человек неадекватный запулит босса. Так что за ворота выбегите. Еба. Хотя бы пару человек. Просто пацан фармил, блядь, чтобы купить кровь. Да, и эти сокеты алкашные, блядь. Ужас. Он фармил, блядь, поэтому сокеты не купил. Говорит, убьем, дам голду, блядь. Окей, похуел, ладно. Типа мы, блядь, не убьем его. Давай мне обратно моего лутера. Готовность на пол. Всех кучей же начинаем, да? Да. Или зеры будем бить? Да, на гнилого оставим. На гнилого оставим. Каков трусователь, Майлик Масейвы нажали. И мастер на тьму. Все РДшники набрали раньше. Не, все-таки как же хуёво у медведя по грудью. Это очень жестко. Ну, почти ты 5. Давай я потанчу, потому что я все лагаю в ДДшнике, пиздец, как. Да нет, я же ничего не говорю, на пол дают. С этим проблем нету, но типа это, ну, банально несправедливо. Тут Т5, когда Мишка ну, бьет. Сколько? При чем тут Т5? Т5 по игру медведь почти самый плохой. Хуже него только ФДКшка. У Вары стычки 500 тысяч, у Паладина стычки 700 тысяч агра. А тут, типа, у ДКшки в 3 раза больше агра, чем у Медведя в аналогичных сетах. Это ненормально. В 3 раза больше, блядь, в 3, даже не в 2. Ну, давай я пока потанчу, что я это... Не, ну что-то у Холага точно нет проблем с этим. Потому да нет, проблем, не кстати, нету, но типа, ну, просто типа сужу. Не примите значок, просто типа интересно, что вы придумали. Посылателя просуньте. Это я, блядь, кнопки только начинаю жать и все, и зависаю сразу, блядь. Ветеран пока, РДДшник. Штуки тебе маха скинуть на то, что нет,
чтоб тебя ее убили. Юра, закинь Нинер по Войду. Часовность пока не танчишь по Маше, закинь. Это оно. Ебать, БДК пофиксили, я ебу, блядь. Что сделать? Не, ну они были слишком жесткие. Их надо было по-любому пофиксить. Но не так. По Войду. Нажми Хайзибир, гимн на ману. Войд без маны полностью. Пока не скидывай ему, пока я скажу, как сделать. Это ты прикинь, бать, если я сейчас... Прохильте. На шестом месте, да, в 16.5. А чтоб с Андрюхой было, где бы он был бы? 20. Все, скидывай ему день этот. Скидывай. Скинул? Сейчас скину. Как он там миг Саза? Сейчас скину. Да. Слышишь? Вар, завали пиздак свой, а. Заходи, Ахиса, обратно. Саза. Ты его кикнул? Или он сам? Сам, он меня спросил, я с вами дальше или все? Я говорю, все, конечно. Ну ладно. А вторую крою, блядь. Лол, нахуй. Или у него-то есть. Все, спекайся в сову, давай буду танчить, то что, блядь, с такими лагами. Стрелька. Ну давай. Не на мейна, на замен. На профаде, до профада сижу, давно в чушке не сидел. В чушке хочу сидеть. Нет, будь лучше в сове, чем больше РДшников, тем лучше на пуфе. Так, по-моему, никто... А, шнурки издыхал. Дайте ребавку шнуркам. На рыбу тебе. Да ему, скорее всего, сейчас уже с принципа никто редара не даст. Блядь, тебя никто не хейтит, челик, блядь. Ты сам пишешь и делаешь так, чтобы тебя хейтили. Вот в этом, нахуй. Своим отношением. Ты лучше пизди в голос, чтоб тебе мут ебать уже можно было, блядь, заебал. Да там... Там уже, что ли? Это в чат хуярит, надо чат переключить. Ты почитай, ты сейчас... Почитай, как ты пишешь свои сообщения. Хоть одно прочитай, как ты пишешь. Не что ты пишешь, а как ты пишешь это. С точки зрения нормального человека. Так, ладно, Сань, давай. Там что-то въебаешься. Забейте хуй. Ну, сейчас, типа, я не танк, сейчас можно меня перекинуть, дать им. Чего они хотят. А стоп, Саня, стой. Числан это спекнулся, я-то думал, он, блядь, на профилы спекнется. А он уже, сейчас танка спекнулся. Трусователь будет держать, да, получается, там босса? Или апокал будет? Пока. Не, давай я пока улучшим этих мобов. Угу. Перекиньте, пожалуйста, с меня МК на мобы. Че, тебе не надо МК? А где мне попуку? Где мы? Нет, вот числа на силике. Под жопу к боску. А пока он с тебя... Всех зависло? Нет. С тебя мобов держать. Струсователя на пол. Волк. Герой. Да, да. Отличная новость!
пойдешь на замену. Потом. После этого босса. Дима, Чмыга тут? Построил комп? Придешь мне старый кот. Слава, есть PS? Угу. Закинь, плюс. Отличные новости, народ! Я почему-то думаю, я подачи ядовитый смесь! Вот можно будет взрыв. Поэтому готов, что убегает. Кто-нибудь, блять, ладно, ладно. Выбежали, сейчас будет взрыв. Выбежали все. Блять. Блять, черт, дальше. Слизня бить надо. Назад, не бегите, слизня, назад бегите. Убейте слизня. Ебать осколков, ни одного. Сколько боссов осталось? Раз, два, четыре. Как раз шесть. Это как, блядь, те два КД ни одного осколка не упало, как и сейчас. Два КД ни одного осколка? Да. Нихуя себе. Да то потом, блядь. Это, Сань, перекинь меня, я же. Это, я же уже не в танке, меня можно перекинуть в алкопаче. Не, просто а да, у тебя, смотри, 44 осколка, я во втором рейде 25 собрал. И помимо этого там иногда не, ну, не было рейда. Так там и полностью босса закрывает. Да и не на фул всегда было. Ну просто когда мейн уже ходила пока, мы 2-3 целка пропускали, помню. Да, пока их кушает стопудово. Подушку спрят. Сливает кому-то. По дешевке продаю, да? Еще и по дешевке, блядь, хоть бы нормально продавал. Пока. Сватель будет в кухне. Я не собираюсь тактику объяснять, но ты можешь отойти ненадолго. Я уже все должны знать, кто находится, то, как мы бьем. Я на...
Кинь Войду обмен за флаской, я пока эти метки поднимаю. Саппорт у кого взять? Саппорт у Машки, у Ана. А, дайте рыбу. Я сейчас поставлю, вообще не переживай. Вот.